Так, друзья, это вторая часть. Первая часть закончилась тем, что я не туда поехал. И вот я действительно не туда поехал. Но, знаете, как говорится, это и хорошо, что я не туда поехал. Вы теперь хоть можете увидеть. In 400 meters. Так. Slight right. Вы можете увидеть немножечко больше Киева, да? Вот это вот, я, как я вам говорил, это Почайная. Почайная метро. Да нет, куда я еду? Я же могу там повернуть. Так, еще раз. Вот сюда, и сюда мне надо. Вот сюда. Точно. Потом ухожу направо. Вот, смотрите, вот это вот. Вот это Петровка родная. Сейчас это Почайная называется. Смотрим дальше на наш Киев. Видите? Проспект Оболонский. Мы уходим вправо. Вон, смотрите, туда дорога есть. Мы уходим. О, полиция, смотрите, кого-то остановила, проверила. In 300 meters, turn right. Так. А мы поворачиваем на разворот. Так, здесь, смотрите. In 150 meters, turn right. Turn right. Смотрите, здесь вот топлива и бензина вообще никакого нету. Просто ничего нету. Да, заправка есть, топлива нету. Ничего страшного. Со временем топливо будет. Заправлю полный бак и поеду. Так, что мы видим? Вот еще виды с Киева и Киева, видите? Смотрите, смотрите, пока я снимаю. Очень странно жужжат у меня колеса, между прочим. Дорога немножко испорчена. Да, смотрите, как гудят колеса. In 300 meters, keep left at the fork. Так, ну что, едем дальше, да? Я думаю, что я минут 10 сниму, а потом... то ли третью часть сделаю. Нет, подождите, что это у нас? Кло. А вы знаете, что кло по-немецки и туалет будет, если кло произносить, видите? А тут так заправка называется. Кло. А по-немецки это туалет. Так что вот так вот. Заправка кло. Так, дальше едем. Смотрим. Эту улицу тоже многие знают. Кто с Оболони, очень многие знают эту улицу. Вы тоже можете поностальгировать по этой улице. Видите? Да, на заправке всего лишь 95-й бензин есть. И все. Ну ничего. Смотрим дальше, ищем. Так, я нажимал на паузу немножко, смотрим дальше на наши киевские дороги. Я напоминаю вам, кто посередине ролика начал смотреть или проматывает, что это Киев. О, смотрите, да, вода, видите, это почти Днепр. Так, смотрим дальше. In 500 meters, take the exit on the right. Так, мне надо сворачивать. Смотрите, на этой заправке тоже нету дизельного топлива. Газ есть, дизельного топлива нету. Ну, ничего страшного, едем дальше. На Око тоже нет дизельного топлива. Но ничего страшного, едем дальше. Take the exit on the right. Вот так заправиться, да, хочется, а не получается. Только газ есть. Газа много. Дизельного топлива нету. Так, смотрим. Подождите, переключиться надо. Вот, смотрим дальше. Едем.
что у нас тут. Так, заехали на мост. И смотрим дальше. Наш любимый Киев. Солнечный, просторный Киев. Некоторые моменты города я делаю паузу умышленно, чтобы попадало, что-то попадает, что-то не попадает, иногда скучно, что-то может быть нельзя, я не знаю точно. Поэтому, если кто знает Киев и видит, что я прерываю, то относитесь к этому с пониманием. Смотрите, вторая заправка от этой фирмы, и тоже нету топлива. Так, и тоже нет топлива. Вон, смотрите, самокат едет. Видите, девушка катается на самокате. Так что на самокате катаются многие тут. Так, смотрим дальше. Это наш любимый Киев. Ну вот, уже мы заехали в такую вот... Это Оболонский такой район. Это окраина города. И здесь уже, ну, видите, стройка еще не достроенная. Уже все. Здесь, на этом я, наверное, и буду заканчивать свое видео. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Пока.